Память о прошлом с заботой о будущем. В Самаре высадили аллею лип. Она стала продолжением сада памяти, который появился в районе футбольного стадиона 2 года назад в память о героях Великой Отечественной войны. К 75-летию Победы администрация города организовала акцию. И вот на этой территории около озера у стадиона «Арена» мы посадили, заложили, скажем так, сад памяти. Мы посадили хвойных деревьев, каштаны, липы. И сегодня вот в преддверии праздника мы решили, департамент городского хозяйства, администрация города, продолжить, скажем так, эту акцию и на этой же территории досадить липы. В акции приняли участие как сотрудники городского департамента хозяйства, так и общественники, неравнодушные жители города. Скорее всего, по зову сердца. Мы сажали деревья. Это же вообще свято. Каждый мужчина, да и каждый человек, наверное, должен выполнить, как всегда говорят, 3 действия. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Вот мы уже и сыновья есть, и дома есть, а вот деревья можно сажать беспредельно. И чем больше мы их посадим, тем краше и лучше будет наш край. Сажать деревья помогало и молодое поколение. Мы сажаем деревья для героев Великой Отечественной войны. Мы чтим, уважаем и помним за мирное небо над головой. Однако сад – это не только память о прошлых победах и утратах, но и вклад в счастливое будущее молодого поколения, считают участники акции. То, что останется после нас, это нам во благо. В одном из высказываний пророка нашего он говорится, что когда человек уходит из жизни, его книга «Деяния» закроется. Но не закроется у людей, которые сделали благое дело во имя общества. К примеру, построили храм, сделали какое-то учебное заведение, мост сделали, там колодец выкопали, дерево посадили для всеобщего пользования. И пока существуют плоды его труда, будет писаться ему награда. Будет цветение привлекать внимание людей. Птички найдут свой дом в этом, какие-то птички и еду в этом месте найдут. Так что мы сегодня не только сад памяти, как говорится, сажаем, но мы сегодня эколого-патриотическую работу проводим. 2 года назад на территории высадили 750 деревьев. Липы, березы, сосны и каштаны вместе создают форму крыла знаменитого штурмовика Ил-2, который в годы Великой Отечественной войны выпускали в Куйбышеве. В следующем году организаторы и участники пообещали продолжить традицию. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.